Это розочка флорибунда, гейша. И высота этого кустика описывается как от 80 до 90 сантиметров. Ширина тоже 60-70 сантиметров. В принципе, так оно сейчас и есть. Ей уже 3 года, вот этому кустику, 3 года. И высота будет составлять где-то уже точно 80 сантиметров. Одной из особенностей этого сорта считается то, что сердцевинные лепестки бутона цветка никогда не раскрываются. Лепестки бутона тоже необычные, внешние крупные и загнутые вниз, а внутренние мелкие и прямые. Вот так выглядит бутончик этой розочки. За сезон эта роза готова цвести трижды. Но вот у меня сейчас это первое цветение. У других роз уже, например, рядом Леон, Леонс Роуз и роза Принца де Монако. Они цветут уже повторно. Второй раз эта розочка первый раз цветет. Вот такие красивые соцветия ярко-желтого цвета. А когда раскрывается, уже такой абрикосовый цвет. Роза гейша относится к группе флорибунда. Представители этой группы отличаются кустистым компактным ростом. Эти розы можно комбинировать с различными кустарниками в группе сажать. Позже я буду пересаживать эту розу, буду добавлять другие кустарники невысокие к ней. Зиму эта розочка переносит хорошо. Уже дважды она вот у меня зимовала. Но склонна к таким болезням, как пятнистость. Вот как раз сейчас я приготовила раствор. Буду опрыскивать листья, потому что нижние листья сейчас вот как раз болеют пятнистостью. Верхние листики чистые. Ну вот, пройдусь по розочкам. Даже те, которые не болеют, для профилактики буду все опрыскивать. Как и многие розочки, поливают ее после полного высыхания грунта корневой системы. Примерно одну леечку или ведро воды на один кустик нужно. И поливать под корень. Очень хорошие, стойкие у нее побеги, такие сильные, крепкие, хорошо держатся, куст держится хорошо, очень. Вот такая розочка гейша. Здесь вот соцветие, бутончик, видно сочетание желтый цвет и такой абрикосовый. Уже у бутона, который распустился. Обязательно также подкармливать нужно эту розочку, как и другие. А на зиму она у меня укрывается в одной группе с другими розами. С панбондом. На этом я видео заканчиваю. Всем пока!